тактические перчатки. Не тактикульный воебон. Я вам посоветую конкретно, какие перчатки брать лучше всего. Есть куча разных вариантов. Постоянно работают вот с чем-то мелким. Данные перчатки стоят относительно недорого. Это прям для грубых таких работ. Она самая такая надежная, самая непробиваемая. От каких-то ударов там. Не слушайте людей, которые говорят, перчатки носят тактикульщики, и они все идиоты. Всех приветствую, друзья. Сегодня мы поговорим с вами про тактические перчатки. Тактические перчатки – это очень важная вещь. И чаще всего люди привыкли над этим смеяться и говорить, ой, блядь, какие все тактикульщики, какие все модные, крутые, блядь, да нахуй перчатки эти нужны и так далее и тому подобное. Я бы хотел сказать, что это заблуждение, и данные вещи говорить немного неправильно. Потому что перчатки – это не тактикульный воебон, это неотъемлемая часть, которая защищает ваши руки от порезов, от ударов, ваши суставы, от нежелательных травм. И кто говорит, что перчатки нахуй не нужны, в моем понимании тот болван, блядь, просто. Вот как бы и все. Сегодня мы поговорим про несколько видов перчаток. Обычные перчатки с защитой суставов, с ярко выраженной защитой суставов. Разберем каждый поподробней. И в конце видео мы придем к общему знаменателю. И я вам посоветую конкретно, какие перчатки брать лучше всего. Начинаем. Итак, друзья. Начнем мы с самых распространенных и более модных тактикульных. Это всем известная фирма Mechanics. Начнем по порядку. Есть вот такой вид перчаток. То есть это обычные перчатки без ярко выраженной защиты суставов, как у нас будет на последующих примерах. Они более тоненькие для мелкой моторики. И самые, так скажем, распространенные и по цене, и по качеству. Я говорю сейчас конкретно за Mechanics. Сейчас данные перчатки, именно такого форм-фактора, не именно Mechanics, а вообще в целом такие без ярко выраженной защиты, они пользуются большой популярностью и достаточно удобны. Но поскольку у них нету ярко выраженной защиты, это все отражается на суставах, когда вы падаете, когда у вас происходят манипуляции с оружием, именно в том плане, что вы, например, начинаете перезаряжаться рукой, вы их стираете, либо об стены ударяете, об углы, дерево, там, камни и так далее и тому подобное. Но даже такие самые обыкновенные перчатки, просто вот тряпочные, они все равно спасают ваши руки от нежелательного дискомфорта. Порезов, каких-либо царапин и так далее и тому подобное. Я думаю, по таким обычным тряпочным перчаткам понятно, да? Переходим теперь к перчаткам с защитой суставов. Здесь защита суставов осуществляется вот такой вот пенкой. Она достаточно мягкая. То есть это промежуток между хорошей такой прям защитой суставов и обычными тряпочными. Опять же, есть куча разных вариантов. У меня конкретно от компании Сплав. Их я использую уже достаточно давно. Меня они устраивают с фиксацией под запястье, чтобы также не вылетело запястье при каких-либо действиях. Перчатки удобные. Перчатки с мелкой, мелкая моторика. Намного лучше, чем, например, у этих механиксов или у толстых. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем я. То есть, какие-то мелкие манипуляции совершать можно. Также затяжки, утяжки, так скажем, клапан для проветривания, кто-то это называет. То есть, данные перчатки уже имеют какую-то интегрированную защиту суставов. Но она не настолько развита, как на следующих моделях мы рассмотрим. Это является таким небольшим промежутком. Здесь, как вы видите, у меня есть еще и обрезанная версия этих перчаток. Обрезанная версия, она больше подходит для
людей, ребят, которые постоянно работают вот с чем-то мелким. Например, там какие-то там гаечные ключи, гаечки, там, то есть для ремонтных работ, там техника, водители и так далее и тому подобное. Но все равно как бы использовать их можно. И просто это уж точно, во-первых, не зимний вариант. И если у вас постоянно мелкая моторика, то есть вы там что-то делаете другой рукой, там ведете машину, что-то разбираете, откручиваете и так далее, то тогда перчатки с обрезанными пальцами вам подойдут, как и этот пример. Но этот пример я объясню попозже, это больше будет как вариант для демонстрации, чтобы объяснить мою логику под заключение. Поэтому пока не торопимся. Это были, так сказать, в моем понимании, промежуточный вариант, то есть защита суставов есть, но она не такая, как должна быть в моем, опять же, понимании. Под себя вы можете выбирать все, что хотите. Данные перчатки стоят относительно недорого. Есть разные вариации. Есть от сплава, есть от других компаний. Куча разных вариантов. Переходим к более таким вот уже защищенным перчаткам. Это также Mechanics. У него уже защита суставов намного больше. То есть до кончиков пальцев, кроме указательного и кроме большого. То есть вот эти части, поскольку вот этими частями вы держитесь за оружие. С этой стороны и курок, ну то есть спусковой крючок. Вот эти части чаще всего страдают, когда вы, например, там куда-то хотите, например, высунуть ствол, упереться там или еще что-то. То есть когда вы ложитесь резко, то есть, думаю, понятно, да? Если мы сравниваем вот от сплава, здесь прям очень она мягкая такая пеночка. Здесь тут, то есть такой прям твердая прорезиненная вставка, то есть достаточно удобные, мелкая моторика сразу намного становится меньше, потому что они прям толстые, то есть это прям для грубых таких работ. Перчатки эти я не помню сколько стоят и вообще есть ли они сейчас в наличии, но ищите как бы. И мы переходим вот к последнему варианту, просто у меня нету других, это обрезанная версия. Здесь мы видим уже такую прям пластиковую такую защиту, то есть очень грубую, очень твердую. Есть такие же перчатки, только полноразмерные, то есть с полными пальцами. Данная защита сустава, она самая такая надежная, самая непробиваемая, то есть вашим суставам при каком-то падении, ударе или еще что-то, они ну, ничего даже и не почувствуют. Но если вы все-таки выберете именно конкретно вот с такой прям большой защитой, это тоже есть свои нюансы. То, что они немного сковывают движение при каких-то манипуляциях. Бывают такие вещи, когда они действительно сковывают движение. Но это настолько какие-то работы прям маленькие, что лично у меня, короче, дискомфорта нет. Но по отзывам от парней, эти перчатки ну, вызывают некий дискомфорт. И вот эти перчатки, опять же к ним возвращаемся, они также, как и эти, имеют, как вы видите, большую площадь защиты, чем здесь. Потому что если бы они даже были бы полые, здесь уже была бы тряпка. То есть она в основном защищает только сустав, именно верхние суставы. На этом примере защищаются и верхние суставы, и суставы пальцев и так далее. И также от каких-то ударов там вы, ну вот я, например, особо не чувствую. То есть, ну, пробивается, но нету чувства боли. Поэтому, подводя итог, я бы выбрал перчатки конкретно вот эти. Опять же, друзья, то есть не обязательно брать Mechanics. Вы можете найти какие-то другие варианты, но главное, чтобы были конкретно защищены суставы вот именно вот такой вот твердой резиной. Потому что твердая вот такая резина — это что-то между вот такими пластиковыми вставками и вот этой вот обыкновенной пенкой. Вот эти перчатки, как я уже сказал, они тоненькие, то есть они не защитят ваши суставы, но они защитят вас от царапин. То есть если нет денег
Я сейчас не говорю покупать Механикс, я вам просто показываю как примеры. Просто у меня вот, ну, какие есть примеры, я такие вам и показываю. Либо покупайте такие тонкие, но сразу говорю то, что защиты сустава тут нет. Это вас спасет только от каких-либо манипуляций с оружием, то есть порезы там какие-то. Там, вот, например, вот такие вот вещи бывают, как когда при падении или еще что-то, об асфальт, об камни, вы проскальзываете по стене вот этими частями, и как бы вы свои руки не счешете. Здесь уже ярко выраженная защита суставов. Поэтому в зависимости от задач, конечно, все. Но я бы, если есть, опять же, у вас возможность покупать две пары, я бы купил и такие, и такие. И в зависимости от того, где я нахожусь, одевал бы их. Еще раз повторяю, еще раз. Не обязательно покупать Механикс, который сейчас, наверное, стоит тысяч по 5 рублей, а эти, наверное, тысячи по 3. Не обязательно. Я вам показываю как пример, то есть форм-фактор. Какая должна быть защита, из чего она должна быть сделана. Из такой вот твердой резины. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Подходите грамотно к своему оснащению, снаряжению, амуниции и так далее и тому подобное. Не слушайте людей, которые говорят, перчатки носят тактикульщики, и они все идиоты. Не нужно их слушать. Думайте своей головой и думайте о своей защите. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. Перчатки стоят относительно недорого. Относительно... Что за хуйня? Вилли, что ли?